Здарова, народ, с вами, как всегда, Шанпунь Жумайсумба. И в этом видеоролике я вам покажу, как же сделать превьюшку по Among Us в 3D за 5 минут. Но перед началом, конечно же, прожмите свой большущий палец вверх, подпишитесь на данный канал, напишите какой-нибудь комментарий от 4 слов, чтобы видеоролик продвигать. А вот также, кстати, вы можете заказать превьюшку именно у меня по самой доступной цене, ссылочка, если что, в описании. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, приятного аппетита, если что-то кушаете, погнали. Как обычно, мы заходим в нашу любимую программу Source Filmmaker. Ну а пока что наш доисторический компьютер запускает эту программу, можем взбодриться горячим кофейком. Сразу же клацаем правой кнопкой мыши по экрану, загружаем нашу карту, если что, ссылочка на нее будет в описании, как и на все предметы, которые буду использовать в этом видеоролике. После того, как загрузили карту, добавляем парочку сразу персонажей. Если что-то будет непонятно, ставьте на паузу, либо замедляйте видеоролик, благо YouTube дает такую возможность. Также меняем цвет наших персонажей, добавляем импостера. После этого добавляем еще одного персонажа, который бежит от этого импостера на передний план. Теперь рендерим изображение. Рендерим задний фон и переднего персонажа отдельно. Но для этого нам нужно добавить зеленый фон, чтобы отделить потом в фотошопе от заднего плана нашего главного персонажа, который будет на переднем плане. Рендерим наше изображение в 4К разрешение, а то и 8К, чтобы потом в фотошопе сделать офигеть какую качественную превьюшку. После рендеринга переходим в фотошоп, добавляем все нужные нам файлы, добавляем кровь на задний фон и куча всяких приколюх, язык и все остальное, то что вы видите сейчас на экране. Размываем переднего персонажа, добавляем освещение на задний фон, и в принципе превьюшка готова. Конечно, вы можете посидеть намного дольше, сделать намного качественную превьюшку, но наша цель на сегодня была сделать за 5 минут. Ну а за такое стоит прожать большущий палец вверх, подписаться на канал. И запомните, ребят, перхоти нет, маме привет. А с вами был, как всегда, Данил, всем удачки и пока-пока!